Всем доброго времени суток, с вами мистер Бро, и мы продолжаем играть Blood and Soul, то есть Клинок Души. Да, именно, в Клинок Души. у нас остался квест, это поговорить с этим. Могли бы побыстрее, как вам храбрость не заниматься таким количеством данзи, сразиться, шутка ли? Одна, не думайте только, что я трус, ну как и им Соджи сказал что-нибудь. Сказал, что нападавшие были из банды черных драконов. Значит, по его словам, на меня напали черные драконы, чую, тут не обошлось без банды. Лес много воинства, ну и ка негодяи, стражи совсем не следят за порядком. Но раз ты выяснили, кто такие, стоит за нападением, то сможем вернуть пропажу. Отправлять по этой дороге в лесной лагерь на северо-востоке леса мертвецов. Найдите стража по имени Ки Бонса. Если кто и может помочь с расследованием, так это он. Я таких штук сколько убивал. Командир просил, что там передать. Это все. Сущность бессмертного Ганзи, она вам пригодится. Используйте колесо удачи и получите взамен оружие или скрижаль. Давайте колесо крутанем. Опять штуку дали. Я, кстати, выбил полностью все фрагменты. Да, вот эту хуйню разрушить можно. Давайте. Где она? Кусочки. Кусочки продаются по одной монетке. Так. А вот еще колесо. Вот можно ремонтировать. Я молот купил, короче, ремонтный. За семь меди. Так, где? Видите, цена один. Так, и еще одна, вот еще оружие. Так. Ну что, а вот оскол. А эта хрень не продается, не знаю, что с ней делать. Одежка-то у меня нормальная. Фиолетовая. Ну-ка. Ага, можно использовать всем. Так, прошу улучшить минуту и попробуйте разузнать, сколько еще терпеть это несчастье. Может, Чен Чан Гун наконец ответит. Спросите его, спрашиваю, а в ответ он и тоже нужно время на исследование, время. Согласиться. Я знаю, как избавиться Чу Хуанмин от его недуга. У вас сейчас больше нет с собой Бонджи. Какая жалость. Так вот, ей понадобится нога мертвеца только и всего. Самое верное средство, чтобы привести человека в чувство. Вот вам мой совет. Найдите им Сочи-жи, вон там, он поможет, а Бонджи у вас точно не завалялось, хоть чуть-чуть, согласится.
Ну, это нога мертвеца. Там вы продолжите-ка для давить это вы покончили с Гандзи, передать слова Собуна. Вы то мне не и нужны. Мстители души лишили нас покоя. Без вашей помощи тут не справится. Попросите рассказать подробнее. Кладбище пропитано злой силой. Призраки поднялись из могил и бродят по округе до полусмерти, пугая живых. Недавно погиб стражник по имени Кантоши. При жизни он был одержим местью, и это чувство осталось в нем после смерти. Жерелье, которое носит Кантоши, теперь средоточие сил зла, и именно оно побудило духов. Если вы уничтожите их, то сам Кантоши несет бой. Пока призрак одержим ненавистью, там не видать покоя. И источник проклятия его жерелья, отдать его тому, кто сможет развязать чару. У Кантоши был лучший друг по имени Пэн Манхо, стражник из лесного лагеря. Он наверняка вам поможет, надеюсь, все вскоре вернется на круги своя. Нога мертвеца, ха-ха-ха, но вот и удумали. Если кто вам и может помочь, так это Юг Чипен. Он смотрителя могилы видает делами мертвых. Вступайте в лесной лагерь, там все его без труда найдете. Короче, все пути ведут меня в лесной лагерь. Вас надо убивать? А это кто? Так, уже Так. Не понимаю, что тут делать. Может, здесь? Здесь нифига. Так, а вот этом кургане? Так. Нифига. Так, уничтожьте мстители, но друг вам манится. Духов гробницы на кладбище. А вон раскопанная могила.
Так. Вот сюда надо, в дырочку. А эти круги под землей. Идем, идем. Интересно, пройду, не? Так, хорошо. На. Так. Ну, я вообще туда пришел, не? На! Блюдка. Всякая хрень падает, а? Меч. На. Мастите. Мастительный гадзи преисподние. Давай. Ублюдок. Но. Наверное, я не туда пришел. Ах ты! На! На реген идет! От ударов! На! Так, ну здесь я всех убил. Открытие сундука. Так, прошли. Походу мне в гробницу не надо было. На. Забрали. На. Так. Ну,
что выпал? Беда. Побежали. Чик-чик-чик-чик. У нас... Блядь, чё там? Чубурик бегает какой-то. Ничего интересного мне не дали. Мастер призыва. Кошак. Ага. Кладбище лунной тени. Мстительный дух гробницы. Ну вот эти мстительные духи гробниц. Так. Хрен какая-то. Бежим, бежим. Так, ничего не выбили. Ну и где? Мстительный дух гробницы. Так. Яу-яу. На! На, 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 на. А вон Канши пришел. Угу. Что-то со мной происходит? Давайте перемешку сидим. Так, ну, пошла все. Пельмешку хочу. Хаваем, хаваем, хаваем пельмешки, а? Или манты, мант, мант. Вылитый мант. Все, давайте дохаваем до конца. Все. Манс съеден. Все, теперь квестачок делаем. Да, сюда надо бежать. Один, два, два. Ну давай. А, извините, я вас не заметил. Что вам нужно? Рассказать одержимый, рассказать о Конши. Что Конши превратил своего злобного духа и нападал на людей. Мой друг, и может быть, он сурды мухи не обидел. Ругнувший голосом. Наверное, он очень страдал. Мучения превратили его в настоящее чудовище. Но теперь, слава богам, обрел покой и вернулся в земли мертвых. К
Катоши, товарищ мой, я использую твой долг вместо тебя, не сомневайся, схлипывает, завершить. Нога мертвецахам, я могу помочь, конечно, но мне надо мертвеца, ну надо же, чего только не услышишь. А что ж, услуга за услугу, если одна непростая делится для вас, не боитесь? Скажите, что попробуйте. Ходят слухи, еще четвертый дракон собирается на ограбленное в логове разбойников. Я хочу знать, правда ли это или враки. Тайком возьмите ключ у начальника стажа и загляните в сундуки со сокровищами, а лучше принесите все, что найдете. За ногу мертвеца, что-то много просишь, дорогуша. Много разбойников. Вообще мир весь. Он маленький. Я уже не знаю, к кому обратиться за помощью. Вы очень кстати. Несколько дней назад мы пережили страшное нападение, а морские братства атаковали жителей бамбуковой деревни. Все, что обитатели деревни нажили честным трудом, черные драконы припрятали в своем лагере. Вот мерзавцы. Пусть знают, что такие преступления не останутся безнаказанными. Верните наши вещи, прошу вас. Согласится. В этом местах разгуливает опасность, что вам сюда привело. Сказать, что у вас общение от Ека Кейсона. А вот как ясно, значит, Ек Кейсону не дает покоя то нападение, что не будь выяснили. Передать слова Ек Кейсона, рассказать о том, что оказалось да. Это можно было ожидать, конечно же, недавно я остался свидетелем такого же, что... То есть, что можете завершить. Ладно, с вами был Мистер Бро, мы играли Клинок Души, всем пока, встретимся в другой серии.